Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами посмотрим бывшую BHC Story. Теперь это Punch Club. Я думаю, многим из вас известна эта игрушка. Симулятор боксера или уличного бойца. Это демоверсия, которую выпускают вот это вот в открытый доступ перед релизом. Буквально вчера заметил в официальной группе разработчиков, что вот она, собственно, доступна. Решил скачать, посмотреть. Эта игрушка также уникальна огромной проработанностью именно вот этого мира. Это такая экономическая стратегия по мотивам уличных битв. Но юмор в том, что разработчики вместили сюда большое количество отсылок к различным фильмам. Да и сюжет, судя по, собственно, роликам, тизерам, является очень недурным. Вот мы даже можем посмотреть плакаты. Это спорт-спорт, это наверняка отсылка к кровавому спорту. Потом Стоуни, ну понятно, да? Чё качнём-то, ё-моё. Пинчунь. Почему бы и нет? Почему бы не поработать? На кукле. Жратва. А, у нас уже жрать-то и нечего. Собственно, демоверсия — это далеко не полная игра, то есть наверняка тут будет показано только вот основные аспекты. Но я думаю, этого достаточно, чтобы посмотреть, что она из себя представляет. Ну, нам тут предлагает испробовать наши таланты. Что тут такое? У нас же больше нет ничего. Но прокачка, как вы видите, тут довольно большая. Самое время вернуться домой. Постепенно мы будем открывать город. Оба-на. И тут на нас напали. В какой-то сраной подворотне. Но нам их не победить. Поэтому давайте съебываться. Быстрые ноги пизды не боятся. Вы не быстры, поэтому, ну, собственно. Чувак. Чувак с битой. Поэтому, ну, блин, против лома нет приема. Если разве что ты не изучал что-то вроде джиу-джитсу и остального. Или крафмаги той же, блин. Ну, крафмага я не могу считать, в принципе, боевым искусством. Оставлять блоки, не оставлять. Давай попробуем. Так. Мимо. Жирный дьявол.
Ну, победили. Понятно почему, он, в принципе, не упал. А вы устали. Ну, теперь мы попадаем... Я потерялся, и у меня нет еды. Я думаю, у тебя серьезные проблемы, парень. Я не могу думать, пока я голодный. Мои извинения. Где же мои манеры? Я думаю, тебе стоит попробовать какой-то невъебенно вкусный бургер. Ага, в мусорке. Ну, в принципе, бабки-то у меня есть. Ладно, давай, жри. О, господи. Где я? You hit some strange noise. Оба-на! Черепашка. Даже не черепашка. Ну, отсылка к черепашкам-ниндзя. Я забыл, как этого парня звать, но это не важно. Блин, ну он меня сейчас отхуярит за все хорошее. Ну давайте попробуем хотя бы. Чтобы не слиться. Как же тут не сольешься-то? Как же тебя звали-то? Черепашка ты. Микеланджело вроде бы, с Нунчака там был. Ну, я не знаю, мы не выстоим против этого крокодила. Блок оставим. Идите-ка лучше. Панч. Может, ничего не буду ставить, да? Так еще хуже. Хотя. Ну, блин, так нечестно, они используют оружие, мудаки. Уже двое, с кем мы встречались, используют оружие. Что за херня? Это нечестно, как минимум. Блуз. Поздравляю. Сплинтер. Ну тут это енот почему-то. Ладно, дичь. Ага, то есть ты будешь учить меня, да? Проведай нас. О, господи. Проведай нас, когда типа будет у тебя время, что ли? Так, надо. Персонаж говорит, надо ему поспать. Если он говорит, что надо, значит надо. Сложный день. Я так понял, вот и вся демо-версия на этом. Или нет? Или все же не вся? Выйти в город мы можем? Но нет, тут сбоку менюшки нету, поэтому вряд ли. На улицу мы тоже выйти не можем, можем лишь тут подкачаться. Но я думаю, когда у нас закончится еда, соответственно... Ну и жизнь нашего героя на этом и закончится. Потому что не тренироваться, не работать он... так как я смотрел в роликах, с голодом не может. Так, хорош. Ага, ты уже жрать хочешь. Замечательно. У нас даже выхода теперь отсюда нет. Ну, соответственно, это все. Что ж, дорогие друзья, вот такая вот короткая демка. Очень короткая демка. Я ожидал чего-то большего. Но на самом деле, хоть показали, как тут бои проходят, что можно и проиграть, и выиграть. Тут есть еще пара видов работ. Есть турнир, есть тренировочный зал, то есть спортзал с железом, где можно потренироваться. Ну, собственно, вот такая вот экономическая стратегия. Симулятор уличного бойца. Забавная, очень забавная. Разработчики обещают, что скоро она выйдет на мобильных устройствах и в Steam.
соответственно, будет она продаваться. Не знаю точной цены, но сейчас, по-моему, ее можно купить за 17 баксов. Если я не ошибаюсь. Я могу, конечно, приврать, но что-то в районе 10 баксов. Это однозначно. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео и всем пока.